Здравствуйте, друзья! Это «Книга рекордов» Гиннесса. Программа о достижениях и талантах пермяков, героем которой может стать каждый из вас. Ну а сегодня мы начинаем второй сезон. С удовольствием представляю вам героиню нашего сегодняшнего выпуска. Анна Фионова – человек спортивный, почти каждый день на велосипеде. Наматывает за день в среднем километров от 20 до 100. А недавно она съездила на велике до Казани. И расстояние почти в 700 километров преодолела всего-то за 3 дня. Именно с этим рекордом Аня претендует на место в книге рекордов Гиннесса. Аня, добрый день. Здравствуйте. Ну, присаживайтесь, давайте общаться. Расскажите, пожалуйста, как эта идея вообще в голову пришла? Мне было интересно, могу ли я выйти из дома, ну, предположим, что за хлебом, сесть на велосипед и уехать в другой город. То есть это просто любопытство, смогу я или нет. Для меня это было своеобразной медитацией. Мне было интересно, могу ли я одна, наедине с собой, 3 дня без наушников, крутить педали и просто преодолевая какую-то определенную цифру. Федеральная трасса – непростое место для велосипедиста. И на машине-то иногда ехать нелегко. А на хрупкой двухколеске поездка и вовсе превращается в непростое испытание. Ну, действительно, машина – это огромный поток, огромные махины, а велосипед достаточно сильно ведет ветром. И, ну, как в принципе, неустойчиво. Ну, да, чувствуешь себя хрупкой и беззащитной, но при этом сам факт того, что с этим справляешься, дает что-то внутри, какое-то ощущение. К началу 3-го дня путешествия оставалось проехать целых 270 километров. И дались они нашей героине крайне тяжело. Тянуло, как говорится, на зубах, на морально-волевых. Но все-таки справилась. Достижение, достойное считаться рекордом. С ним Анна Фионова и попадает в Книгу рекордов Гиннесса. Добрая традиция Книги рекордов Гиннесса – не отпускать наших героев без подарка. Анечка, это от нашей программы вам сертификат. Спасибо огромное, что пришли, и успехов. Спасибо. Спасибо. И еще одна традиция. Вот там объектив, фото на память. Улыбаемся. Та-дыщ! Это была Книга рекордов Гиннесса. Героем программы может стать каждый, кто готов похвастать перед земляками каким-нибудь необычным, интересным достижением или талантом. Адрес для заявок – книга.рифей.ру. Пишите, ждем с нетерпением. Но на сегодня все. До встречи, друзья.